А вот, друзья, мы посмотрим на пингвинов сейчас. Они, правда, небольшие, такие маленькие. Но зато настоящие. Вот у них тут бассейн со специальным охладителем, холодная вода. Вот такие ребята, бравые ребята. Сейчас подойдем поближе. Что мы, которым приходится работать по 12 часов в день. В этом смысле животным повезло больше, чем некоторым из людей. Вот отсюда посмотрите. Има за пингвин. Има за пингвин. Има за пингвин. Друзья, катерий. Вот дети кушают вату. Сладкую вату. Ани, а это ж мало, дали тебе тапе?